В здании администрации в торжественной обстановке вручили ключи от квартир трем детям, оставшимся без попечения родителей. Молодых людей поздравил глава округа Алексей Спасский. Также на новоселье ребятам подарили сертификаты на стиральные машины. Можно только поздравить и пожелать, чтобы это стало таким маленьким островком для вашей такой серьезной, стабильной, взрослой жизни. Не забывайте, не стесняйтесь, не будете учиться. Я в последнее время это желаю. Вот пусть все у вас в жизни получится. Ну, в какой-то степени поздравляю, добрый путь. Предоставление собственного жилья детям-сиротам, а также оставшимся без попечения родителей, проходит в рамках законодательства Московской области. До конца года ключи от своих квартир получат еще 12 юных жителей муниципалитета. Ребята квартиры посмотрели, мы ездили вместе с ними, значит, проверили квартиры, свет, вода, двери закрываются, значит, все работает, квартиры уже с ремонтом. От застройщика сделано чистые, светлые, просторные. Думаю, что это в первую очередь, конечно, радость для ребят и большой-большой шаг в светлую будущую жизнь свою. Анастасия Козловская пришла на торжественную церемонию вместе с бабушкой и дедушкой. Они очень рады важному событию в их жизни, тем более, что узнали о такой возможности всего 3 недели назад. Благодарна вообще администрации всем, что детей не оставляет, что всем предоставляет, что заботится о них. Очень рада за всех детишек. Все квартиры расположены в новостройках в микрорайоне «Пригород Лесное». Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.